Я помню заброшенный бассейн Киняева. Я помню, как мы пытались его остановить. Я помню, как вы все погибли. В смысле? Он убил вас, я видел это. Слушай, ну как убил-то, а? Ну вот я же сейчас сижу здесь. Ты кого-то ждешь? Ко мне никто никогда не приходит. Я помню заброшенный бассейн. А потом? Потом я помню Леху. Он в ментовской форме. Да мне с этим 6 лет прошло! А я стой! Я открою. А парень-то, он не придет, а там тут, простите. Все нормально. И давно вы вместе? Это Дима, я открою. Уйди! Вы не поверите, но все снова связано с Чернобылем. У нас еще несколько случаев. Как несколько? У меня такое чувство, что с нами это уже было. Ты только найди меня, слышишь? Где бы мы ни оказались?